Мои хорошие, и сегодня в своем видео я хочу вам показать, как приготовить зернокальциевую смесь для улитки охотина. Поехали! Готовим зернокальциевую смесь. Нам понадобится яичная скорлупа. У меня она в таком состоянии, потому что я буду ее перемалывать. То есть я просто ее толкушкой немножко потолкла. Кормовой мел. Он продается в зоомагазинах, овсянка в любом продуктовом магазине, и гамарус тоже продается в зоомагазине. Итак, начинаем. Берем кофемолку, насыпаем полторы ложки яичной скорлупы. Дальше берем муку, кормовой мел. Одну ложку, овсянка, овсянки две ложки, и одна ложка гамаруса. Так, я перемолола вот такую мелкую пыль. Теперь я высыпаю в баночку. И так буду делать несколько раз, пока моя баночка не наполнится. Потому что этого мне очень мало. У меня очень много маленьких улиток сейчас появилось. И в общей сложности их всего у меня, если считать всех и больших, и маленьких, то получается около 300 штук. Ну, 280. Ой, две ложки положила, ладно, вместо полторы. В общем, около 300. Вот это на данный момент. Но у меня их сейчас понемножку уже забирают. Пишут люди, которые хотят их приобрести. Заказывают, покупают, и кто-то приезжает, кому-то отправляю почтой. Так, две ложки овсянки. Вот. Одну гамарусу. Пропорции я напишу, оставлю ниже под видео. В каких пропорциях я делаю зерносмесь, зернокальциевую смесь. И еще несколько вариантиков напишу, какие можно делать кальций смеси, просто зерносмеси. Или зернокальциевые. То есть я все это в описании оставлю. Вот вторая порция готова. Я ее высыпаю. Зерносмесь готова. Я сделала пол баночки, пол литра баночку зернокальциевой смеси. Очень вкусная и полезная для улиток. Ее каждый день я даю. Вот, и для справочки хочу вам сказать, я сейчас посмотрела свои записи, сколько у меня улиток, потому что малышей я записываю их, сложно запомнить всех, их несколько видов. Получается, что у меня их 279 штук, вот, из них 7 взрослых улиток. У меня есть 2 арха, и остальные все у меня охотины двух видов, даже трех, 3 вида, да. Виды и своих улиток я вам покажу уже в следующем видео. И взрослых улиток, и малышей вам покажу, которые вот у меня сейчас на продаже. У меня есть 3-месячные малыши, их 29 штук у меня. Охотина фолика стандарт и охотина фолика альбина. И сколько получается малышей тогда? В общем, 200 с лишним 2-месячных малышей. Они еще очень маленькие. Вот, которые тоже у меня те же самые 2 вида, фолика стандарт и альбина. Вот. Но это вы уже увидите в следующих видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.